31 декабря на ТВ-РУС. Новый год. Самый любимый наш праздник. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты что, хочешь родить за свадебным столом, да? Мы вкусно едим. Ну, всех прошу к столу. Ура! Празднуем, целуемся и... Йота! Ругаемся. Я пришел просить руки вашей дочери. Мы решили пожениться. Ты не волнуйся. Я все устрою. Потом миримся и снова целуемся, едим и празднуем. Новым годом! Ура! Все как у всех. Говорят, чудес не бывает. Но, может быть, стоит лучше провести афинские вечера. Афинские вечера? А что такое афинские вечера? Не пропусти. 31 декабря на ТВ-РУС.